«Нафтогаз Украины» сообщил, что коммерческий суд Высокого суда Англии Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 миллионов долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Отмечается, что решение было вынесено 11 июня 2019 года с учетом продления сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу». Кроме того, в сообщении «Нафтогаза» указывается, что английский коммерческий суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласие суда для получения таких средств. Соответствующих сообщений от самого суда и «Газпрома» пока не поступало. Напомним, что в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов «Газпром». Эти деньги до сих пор не выплатил. Летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.